Итак, друзья, снова я с вами. Теперь мы берем шоколад. Молочный шоколад. Молочный нет. Я молочный не хочу. Я возьму сейчас вот такое пирожное. Еще одно такое пирожное возьму. Еще я возьму. Что я еще возьму? Еще я возьму, вот что возьму. И сюда налью шоколада, мать вашу. И все это буду жрать. Друзья. Это просто жесть. Опс. Видали, как, друзья, надо делать. Кто-то хочет, поднимите мне, поднимите руки. Я пошутил. Не надо поднимать руки. Вот, блядь. Сейчас надо мне поскорее бежать. Я надеюсь, если кто-то не стащит. Хотя могут стащить. Поэтому мне придется положить телефон себе в карман. Я не знаю, как здесь стоп страшно. На, давай-ка я сюда лучше поставлю. Пусть снимается, посмотрим. Они будут смотреть и завидовать нам. Надо напомню. Пусть смотрят и завидуют нам. Ну что, друзья мои, завидуйте нам. Хорошо. Фу, блин, вообще не вкусно. Да. Короче, это не буду есть. За аудиторию лучше. Ну, то есть давать интригу определенным людям, но не произносить никогда. Никто не завидует, никогда. Понятно. Ты можешь просто непринужденно снимать, поверь мне, люди сами. Это один. Ты просто как бы, ну, даешь информацию. И ни в коем случае ты не должен, ну, делать акцент на том, почему ты это делаешь. Почему ты именно так ее показываешь. Да, под тем или под этим, ну, понимаешь? То есть, да, то есть они, ну, они будут завидовать 100%. Ты не должен это произносить.